это зависит от водоема. Если мы, например, ныряем в Красном море, так излюбленным фридайверами всего мира, то там не темно и не холодно и совсем не страшно. Наоборот, там тихо, спокойно и приятно. Если мы ныряем на Черном море, то там уже холоднее и темнее, и кому-то даже страшнее. Термоклим в Черном море примерно 8-10 градусов, довольно холодно для человека, который только начал, но в целом вполне себе терпимо и вполне светло. Есть озера, в которых кромешная тьма после там, 10-15 метров, и там действительно темно, и если вы боитесь темноты, то будет страшно, и там холодно. Поэтому все зависит от водоема, и я бы рекомендовала начинать нырять в каких-то более тепличных условиях, такие как, например, есть в Дахабе, в Блюхоле, там светло, тепло, хорошо и безопасно.